Северянин. Утренний эскиз. Сегодня утром зяблики свистели и аукали, а лодку и кораблики качели волн, баюкали. Над тихою деревнею дышали звуки вешние, и пред избушкой древнею светлела даль поспешнее. Хотелось жить и чувствовать зарей студеной ясною, смеяться и безумствовать мечтой всегда напрасною. Канал «Стихи Серебряного века» в Телеграм. Подписывайтесь. Ссылка в описании.